кладбище. А сколько его ждать-то? Ну, гора высокая. Да. Днем она такая красивая, а ночью страшная, как спящий великан. Выбрали же местечко для дома. Глупые богатеи. Да, ну богатеи. Всего лишь гору купили. А? Наконец-то идешь? Ну, вообще-то я хотел остаться здесь и вздремнуть, но ладно. Как-то выпускной ей. Поехали! Ура! Приключение! Ой, надеюсь, мы не пожалеем. Чего? Что решили сюда приехать на годовщину. Джош просто загорелся идеей собрать нас всех вместе. Да, вот это уж точно. Я вообще никогда не видел его в таком восторге. Вот и хорошо. От него всего можно ждать. Я за него боялась. Да, да, это хорошая идея. Только бы остальные тоже так думали. Ну, мы же приехали. Спасибо. Гора с плеч. Знаешь что, давай не будем говорить о прошлом. Хорошо же едем. Да, точно, ты прав. Знаешь историю с Джошем? Нет. Окей, третий класс. Джош сидел на задней парте, а я впереди. Мы вообще друг о друге не знали. Но сосед Джоша стал дергать сидевшую перед ним девочку за лямки лифчика. И учитель пересадил его вперед, а там сидел я. Ну и? А меня посадили назад. И? Рядом с Джошем, вот и все. Мы познакомились и дружим. О да, рука судьбы. Если бы Джинни Смит не отрастила себе сиськи аж в третьем классе, если бы она не надела майку, из-под которой торчал лифчик, кто знает, ты бы ехала в этом вагончике одна. Вот так. Ну, или вообще с кем-то другим. Бум. Эффект бабочки. Я не понимаю, в чем тут прикол. Мы не можем отсюда выйти. Можешь нас выпустить? Пожалуйста. Охренеть! Я думал, нам конец. Еще 10 минут, и я бы начал грызть свою ногу. Ой, фу, Крис. У меня на костях много мяса. Там сплошные мышцы. Да, точно. Ага. Оп! Эй! Так-так-так, что тут у нас? Крис! Вот это да! Вы посмотрите, кто-то втюрился в нашего хорошего друга и уважаемого президента класса Майкла Монро. Крис! И что же такого страстно-эротического может вообразить наша Джессика? Интересно. Дай сюда, придурок! Пусть народ узнает правду. Ох, вот болван! А может, любопытным кумушкам не нужно совать в чужие дела свой нос? Ну, я стараюсь не совать, обычно. Да ладно, Джесс, расскажи нам. Мы умеем хранить секреты. Неважно. Рано или поздно узнаете. Ладно, ладно, нам уже пора идти к дому. Мне надоела вся эта природа и рухать. Да, вы идите, а я немного подожду здесь. Вдруг кто-то еще приедет. То есть Майк? Что?
В общем, ну, кто-нибудь. Ага. Сэм? Как тебе вид? Просто с ума сойти. Иногда хочется просто стоять и смотреть. Не понимаю, почему было не построить дом поближе к фуникулеру? Вряд ли тут он смотрелся бы так же красиво. И где носильщик, когда он так нужен? Меня трясет. Почти дошли. Я к тому, что немного страшно. А, да. Мы снова соберемся здесь, все вместе. Это будет мало похоже на вечеринку. То есть, ты думаешь... Господи! Ребята! Майкл! Чума, вы бы сейчас себя видели. А если бы у меня сейчас рука дернулась? Класс. Майкл, ты свинья. Да ладно. Мы же друзья, правда? Зачем ссориться? Это безобидная шутка. Мы же в лесу, в зловещем лесу. Давайте проникнемся этим духом. Проникнемся? Серьезно? Ну ты кретин. Я пытаюсь поднять вам настроение. Не будь такой. Какой? Да такой, как сейчас. К тебе не подъедешь. Майкл, ты отвали. Эмили и я, мы сейчас вместе, и так оно и будет. Второй раз повторять не буду. Ты меня понял? Я-то надеялся, мы это забудем. Но раз так, как скажешь. Майк. Нет, 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 все отлично. Я пойду вниз по дороге и обещаю больше не валять дурака. Мир. Вроде он понял. В роли альфа-самца ты очень привлекателен. Черт. Что? А, ты не мог бы отнести это наверх? Сумки? Да, только все сумки. А ты? Мне нужно найти Сэм. Ладно. Извини, мне правда нужно. Совсем забыла. Надо поговорить с ней до того, как мы придем туда. А потом нельзя? Почти пришли же. Это важно, Мэтт, пожалуйста. Эм. Я думаю, тебе совершенно ни к чему уходить тут одной. Серьезно? Холодно и уже темнеет. А ты собрался укрыть меня от темноты? Я оставлю вещи здесь и пойду с тобой. Их никто не украдет. Мэтт, ты издеваешься? Ты не можешь оставить меня одну на 5 минут? Ты так плохо обо мне думаешь? Ты не так поняла. Почему ты меня не слушаешься? Почему всегда споришь? Что бы я ни сказала? Извини, Эм, я... Просто пытаюсь помочь. Если ты хочешь помочь, просто донеси вещи до дома как можно скорее, ладно? Что ж, ладно, как скажешь. Спасибо. Я встречу Сэм и сразу приду. Да, хорошо. Ничего себе. Готовы снова подружиться. И даже больше, чем подружиться. А разругались-то с треском и фанфарами. О, господи! Мэтт! Эй, оу, извини. Извини, я не хотел тебя напугать. Ну ты даешь, Мэтт! В смысле, я все-таки хотел тебя чуть-чуть напугать, но типа не так сильно. Дурак, вот дурак! Слушай, Эшли, ну извини меня, пожалуйста. Ладно, ничего, ничего. Ну что там? Есть за кем подглядывать? Это... Дай-ка гляну. Это... Да он сломанный, ничего, совсем ничего интересного. Правда? Да ладно. Наверняка там где-то медведь жрет лису или типа того.
Нет, не напрягай глаза. Я только взглянула, и тут же голова заболела. Так что не надо. Нет. Ладно. Ну, что ж, как скажешь. Значит, ты как? Выходи с поднятыми руками, ты окружена. Ну что я могу поделать? Что остается нежной юной мятежнице? Только сдаться сильному военному, который пришел взять меня под стражу. Ну, я не знаю, если тебе так нравится. Класс! Где же ты прячешься, моя девочка сидячая? Яблочко! Хей! Ну да, подловила меня. Ладно, хорошо. От меня не спрячешься, Майкл. Я тебя знаю как облупленного. Хватит. Ну нет, не хватит. Тебе конец. Победа. Все, моя взяла. Значит, твоя взяла? Ну, может и нет. А откуда такое сомнение в голосе? Так, понял. Так-так, значит, ты признаешь поражение? Вы достойный противник, снежная королева Джессика. Скоро узнаешь, какая я снежная. Миледи. Ладно, ты у меня получишь. Что же я получу? Ну, одна штука уже наготове. Да? Но придется подождать немного. Пойдем к дому. Да, а здесь так красиво. Просто бесподобно. Я мог бы остаться здесь надолго, навсегда, если бы мы все время целовались. Только целовались? Ха, и это тоже. Но так за поцелуями можно и замерзнуть насмерть. Да. Добрый день. И как мы себя чувствуем? Я надеюсь, что время, проведенное в кругу друзей, пошло тебе на пользу. На сей раз мы попытаемся отыскать корень твоих волнений. Возьми в руки книгу, полистай. Ты увидишь там картинки и символы. Пожалуйста, ответь мне, какая картинка в каждой группе вызывает у тебя беспокойство? Thank you.
О, я тебя напугал, прости. Ты вообще молодец. Не нервничай. Старайся отвечать быстро. Чем меньше ты раздумываешь, тем правдивее ответ. И тем большего эффекта мы с тобой сможем добиться. Очень любопытно. Ты так стараешься. Спасибо. Пауки, зомби, гром и молнии. Вот так комбинация тянет на хорошую вечеринку. К сожалению, наш сеанс подошел к концу. Ну ничего, мы скоро увидимся. Она это заслужила. Хана! Что такое? Куда это она пошла? Мы просто пошутили, Ханна. Нет! Черт! Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер. Мне нужно найти Сэм. Ничего себе. Готовы снова подружиться. А меня посадили назад, рядом с Джошем, вот и все. Бум. Эффект бабочки. Гора будто с каждым годом становится выше. Правда? Как ты не замечал? Ты здесь вырос. Тебе она должна казаться меньше. Да, пожалуй. Вы бы тут хоть сотовую вышку поставили. Телефон вообще не ловит. Если у тебя есть лишний миллион, тогда мигом устрою. Да, конечно, сейчас. Оставил в другой куртке. Упс. Здорово. Вы нормально добрались? Ага, неплохо. Вот жаль только тут нет носильщиков. Добрались нормально. Только, честно говоря, мне здесь немного жутко. Эй-эй-эй! Ну так что, будем веселиться? Конечно. Так значит, Мэтт сошелся с Эмили. Похоже на то. А Майк что думает? Есть подозрение, что Майку сейчас немного не до того. Хм. Ах ты ж, вот зараза. Что, примерз? Ну да. Другого входа нет? Их здесь миллион, но все заперты. Что, здесь нет ни одного окна, которое можно, ну, типа, поддеть? Не понял, ты предлагаешь вломиться? Ха, да ладно, какой же это взлом, если ты хозяин? Эй! Я могу и полицию вызвать. Да шучу я, взломщик. Привет, Эш. Привет. Ну, как поживаешь? Хорошо, но замерзла только. Сейчас бы завернуться в плед у огня. Да,
Звучит заманчиво. Эшли сегодня потрясно выглядит, да? Вот уж точно в тихом омуте черти водятся. А с виду тихоня. Да, я бы совсем не прочь покувыркаться с ней в снегу. Ну да. Ну да. Скажи мне, когда же ты наконец ей засадишь? Да, я бы не против. Да ладно, чего ты тянешь? Вы и так все время проводите вместе. Да, но мы друзья. Послушай, ну оглянись, посмотри, какая красота. И здесь нет родителей. Что может быть романтичнее, чем эта прекрасная обстановка, сулящая любовные приключения? Ты и Эшли наконец-то наедине. Ты все подготовил. Ты был настоящим джентльменом. И теперь она от тебя не уйдет. Ты прав. Ты охотник, братан. Бесстрашный, беспощадный. Все, ей никуда не деться. Ладно, ладно, я понял, ясно. Ну так что, как будем вламываться в дом моих предков, друг? Я не говорил, что знаю как. Я понял так, что знаешь. Давай, соображай быстрее, взломщик. Иначе четыре прелестных леди отморозят себе булки. И уж поверь мне, это скажется на их настроении. Ну да, кто любит холодные булки? Телефон почти сел. Пришлось отключить GPS. Так, так, так. Да ты у нас голова, хвалю. Надо было чаще на скалодром ходить. В спортзал, что ли? Ну, там, где по стенке лазят. Опа. Это я сделал? Да нет, вряд ли. Вот, держи. Стой, Крис, у меня есть крутая идея. Да? 100 пудов. Что за идея? Так, значит... В какой-нибудь из ванных комнат наверняка есть дезодорант. Попробуй-ка его поджечь. Я что-то не понял. Зачем мне его жечь? Он пшикает, это спрей. А, да, теперь понял. Огнемет. Мы так в солдатики играли. Ага, и расплавили. Короче, направь спрей на зажигалку и... И замок оттает. Точно. Ладно, ты понял. Мне тут надо кое-что сделать. Готов немного поохотиться в темноте? Нет, но придется. Бог в помощь, пилигрим!